Привет, друзья! Мы продолжаем прохождение игры на Android Lost Light, Потерянный свет. Так, и у нас выполнение задания намечается так. Где мы хотели? Что мы хотели? Да, на горе Акияма нам нужно убить 5 наблюдателей. Найти снайперскую скалу на горе Акияма. Вот и побежим это все делать. Так, по комплектации у меня так. ПП и АДАР уже есть, патроны есть. Ага. Так, на ПП у меня мало патрончиков. Так, давайте возьмем патрончиков. Так, и все в норме, вроде как. Погнали. Так, ПП у нас ближнего, да, боя пускай будет. И на крайняк мы возьмем вот такую хорошую штуку. Так, движение у нас в ту сторону требуется. Вороны каркают. Так, видно ли у нас, где жертв каких? Никого не видно. Конфликт был, вовлечены. Так, вовлечены. Светлячки, да? Так, значит, где-то у нас рейдер бегает. Вот я, честно говоря, не знаю, стоит ли первому стрелять или нет. Потому что тут как же можно-то и не убивать друг друга. Но если я буду ждать, то могут убить меня. Тут как бы в этом вопрос. Так, экран у меня на всю яркость. На всю. Так, на вилле. Конфликт. Так, значит, на вилле бегает человек. Воюет с ботами. А вилла у нас находится. Так, вилла еще. А я как раз мимо виллы буду идти. Получается, желательно мне сейчас ботов и не убивать. Потому что иначе человек узнает, что я здесь воюю с ботами.
пока я его не ликвидирую. Так, вилла у нас впереди. У нас и движение через виллу идет. Так. Никого не видно, никого не слышно. Вот у нас вилла. Как бы тут и ждать нельзя. И вот как быть, даже не знаю. Вот он засветился, человечек. Я не вижу никого. Так, нам мимо виллы туда. Нам-то, по сути, человек и не нужен. И нам нет смысла его преследовать. Поле для гольфа. А поле для гольфа у нас. А, он к воротам уже идет. Человек уже идет к воротам. Ну, пускай идет тогда. Он тут уже все облутал, походу. Нас волнует наше задание. А этот человек, получается, выходит уже. Так, что это такое? А, это он. Эвакуируется. Молодец. Пускай эвакуируется там. У нас вот, да, вот эта гора снайперов. Возможно, я тогда пока один, да? Так, отсюда мне не залезть. Уровень атлетизма.
Так, тут задание у нас выполнено. Но винтовки тут нет никакой. Как бы я сам пришел без винтовки? Так, теперь мне нужно убить ботов. Да? Пойдем обратно к Вилли. К Вилли полазим там, наверное. К Вилли. Так, он уж любит еще пожрать все. А с этим вопросом долго голодным не может быть у меня. Особо времени гулять тоже нету. А где все боты? Всех ботов поубивал, что ли? Да, походу везде полазил. Он тут везде полазил. Это нам тоже, ну, в принципе, прицел возьмем. Ключ-карта. У нас и цель появилась одна. Так, обычно-то не пойдет он воевать, конечно. Тут автоматическая нужна очередь. Он еле стреляет, как бы не очень. Не очень позитивненько. Так. Нужна стрельба в очереди. Алик, что там за Алик? Высветился у меня.
Так. Ну, патроны мы попрофиксим возьмем. Тянем. Может, по цене и смысла нет их таскать. Так, а мне еще надо убивать. Я же вроде еще мало поубивал-то. Здесь должно быть, да? Ребятки у нас. Никого нету. Вдруг все помнят. Тут кто-то есть. We can't hold much longer without supplies. Опять жрать хочешь? А тот-то куда убежал? Этот у нас Элис был, да? Так, выполнил я задание или нет? Так. Сколько там надо было убить-то? Да я не... А, вот. Кем он на 5 убито, да? Значит, можно идти на выход. Выход у нас. А тут пройдем. Тоже он сейчас начнет голодать у меня тут. А, это фуникулер. Да, на фуникулер у нас. Ход должен специально быть. Where can I find water? Even a drop. Да хорош, ты потерпеть не можешь, что ли, блин? Кто-то бежал, но не добежал. Ну и ладно, не успел, так опоздал. Так, быстрый перенос. Окушки. Вот вам быстрый перенос, так. Готово. The thirst is killing me. Атлетизм 2 уровня, отлично. Движение и прыжок шустрее. Каски добавлены новые. Отлично. Так. Получаем награду. Так, здесь у нас есть еще гора. Так, стрельба на дальней дистанции.
Найдите мне знаменитую винтовку Мосина с оптическим прицелом ТАСС, и я откалибрую, оно того стоит. Ага, винтовка Мосина, вот она. Ага, хорошо. Так, используя винтовку Мосина, убейте трех наблюдателей с расстояния от 80 метров. В зоне отчуждения следует держаться как можно дальше от опасности. Дайте проверим с помощью этой винтовки Мосина. Сможете настоящий снайпером, приготовься к удивлению. Так, хорошо. Здесь ты что у нас хочешь, подруга? Хайди. Флешку накопителя. Ладно, разберемся. Это тебе просто отдать надо. Так. Ты нам что расскажешь? Разведайте окрестности виллы на горе Акияма. Эвакуируйтесь с горы Акияма. Вот это мы и возьмем, да? Сделаем тогда. Вилла Акияма. Как раз мы еще посмотрим. Что мы можем для этого взять? Так, во-первых, надо отремонтировать. Да, да. Так, назад. Но Адар это мне не понравился. То есть, как бы, слабая одна стрель, как одиночными стрелять, ну, не знаю, не как-то неинтересно, что ли. Мы можем в очередь ему как-то добавить. Так, дальнобойность, точность, вертикальность, точность, эргономичность. Вот, кучность, ой, скорострельность, фиг знает, да. Даже не знаю. Ну, надо будет по поводу нее подумать, конечно, еще. Вот. Пока я в ней не уверен. Пока давайте ее уберем вообще на склад. Она на складе посидит, подумает о своем поведении. Так, место у нас есть? Место есть. Так, уберем ее. Лучше что-нибудь подбирать будем. Так, у нас стоит тут ПП, да? ПП, вот. Вместо ПП мы АКМ возьмем. Так. Вместо ПП возьмем АКМ. Это как бы так все-таки получше, скажем так. Так. А что у нас с местами, да, проблема у нас? Проблема с местами. Чем повыкидывать-то? Мне надо... Магазин АКМ. Что у нас? Вот. Идет, да? Так, а что, ты не идешь на АКМ? Так, а почему? А, ты на обычный АКМ не идешь. О, чё? Так, давай посмотрим модификацию. Оптика так есть. Да пускай так и будет. Так, мне нужен магазин. Магазин к нему. Здесь я не вижу. И здесь его нет. Так, хорошо. А этот... Это у нас. На ПП продать его. Чего он мешается тут? Так, ключи. Ключи у нас были определенные. Так, так. Вот, поле для гольфа. Тут у нас сейф в доме у озера. Мы с вами идем. Так. На окрестности виллы. На окрестности виллы. Так, это синие фабричные. Ага. Синий фабричный. Так, это вообще непонятно. Фармацевтическая откуда-то. Тоже фармацевтика. Так, открывай сейф в доме у озера. В доме у озера. Этот тоже в доме у озера. Вот вопрос-то, может...
Дом у озера, может, это и есть? Вот эта вилла. Давайте-ка возьмем эти два ключика. Да посмотрим. На этом видео будем проходить чисто гору Акияма. Чисто по ней побегаем и все. Так. Патроны. Так, у меня вот БТ много. А БТ идет туда у нас? Калашников или нет? Нет, да? Это же у нас... А, у нас 74-й идет. А на КМ не идет. Так. Так, 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 так. А почему не идет? Мне даже интересно стало. Так, что у нас еще есть патронов? Вот он, К-255. Это на что у нас? А, это на Адар. Там, походу, на снайперки. Это ППшные. На СКС. Так. Да, не хочет. Так, ладно, берем-то это такое. Сейчас мы его зарядим тогда. Сейчас мы его тогда зарядим. Так. Подготовка. Магазин. Так, 30 патронов для АКМ. Так, а вот для 40. Кстати, а он тоже идет или нет? Давай проверим. Так. Идет очень хорошо. 40-зарядный, очень даже хорошо. Так, эти у нас патроны 220, 160, эти 80. Ну вот и берем дешевые. Куда нам? Дорогих-то. Вот. Ну, так, какая вроде неплохой. Так, это что у нас тут? Граната, что ли? Граната убрать. Нам не нужна граната. Так. Значит, перепроверяем, да? У нас Хайди. Нет, не Хайди. Кто у нас дал? Долину. Так, так, так. А кто нам дал задание? Ту-ту-ру-ту-ту. Так, это у меня выполнено. А, вот, Ричи. Разведайте окрестности виллы на горе Кияма. И эвакуируйтесь. Отлично. Так, наша задача, значит, разведка и выход. А заодно бегать и прыгать. Вороны громко каркают. Вон персонаж стоит там. У нас готов. Так, что мы забираем? Так, что-нибудь забираем, потом выкинем, как всегда. Так, здесь что у нас вины?
Какой шумный-то выскочил, а? Вот шумный-то. Так, поле для гольфа. Это здесь у нас рядышком. Так. Подымем? Давай подымем. Фиг с ним, пускай живет. Так, а он что, теперь со мной в команде, что ли? А зачем за мной бежит? Друг, иди своей дорогой. Все сшибает, а? Так. Мне тут что надо-то? Здесь надо разведать что-то. Так. Разведать окрестности виллы. Разведать окрестности виллы. Ну вот я тут бегаю, чего. Вот у нас вилла. Шляга мне не нужна. Так, окрестности, окрестности. Это где-то там могли что-то у нас сделать. Что-то здесь надо сделать. Так, что мне тут повыкидывать-то? Вот где-то вот здесь вот у меня есть показано окрестности. Корешев стреляли. Где он? Стекает.
это боты у нас. Ладно. Че, мне идти спасать теперь тебе, что ли? Я не хотел тебя убивать, но не собирался бегать, тебя спасать там. Hang in there. You're gonna be fine. Ты че? Артист. Thanks. That was close. Все, давай, живи же своей жизнью. Взрослый мальчик. Мне надо вот эту точку искать. Я не понимаю, что мне надо в этой точке. Вот оно, где-то здесь вот. Так, что, не может на ящик запрыгнуть? Снайпер проснулся. Вот разведка. Так, надеюсь, меня тут не убьют сейчас. Так, да этот, да, стреляется там с кем-то. Так, у меня разведка произведена. В принципе, я могу выходить. Там залез еще. Дружище, я на выход, все, иди своей дорогой. Отлично. Но мы не за лутом шли, а шли чисто, чтобы выполнить задание. Так, видите, мы, получается, в команде теперь. Интересно. Не, ну команду мы покидаем, у нас в планах нету. Нас интересует чисто задание для по горе, что мы бегаем по горе. Так, надо мне что-то со складом делать. Это вообще какая-то беда. Беда бедовая. Куда что девать, я даже не знаю. Сейчас, походу, будем все продавать. Так, ПП давай. Так, продаем сразу. Броник. Да, продадим. Столько места занимает. Так. На РПК продадим. Так, 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 так. Дрель, давай, продадим. Ну, потом определимся с патронами. Куда такие патроны у нас идут тоже, как бы. Потом будем продавать все лишнее. Пока она определится, каким оружием вообще будем бегать. Мотор. Да продадим, если что, купим. Мы можем себе позволить. Так, влазит у нас. Так, все влазит. Ключи я не нашел, да, где использовать. Так, давайте вытащим ключи тогда. Так, броня это у нас все целая. Так, это что, граната. Граната тоже, кстати. Надо продавать. Я гранатами не пользуюсь, нафиг. Вот, будем продавать. Так, тут что у нас? Обезболивающее. Да ладно, продать тоже.
Ну, смесь, аптечки, вот у меня куча-куча аптечек. Тоже продавать. Чересчур много места занимает. Так, а что ты? Я ничего же не делал запуск-то. Куда ты грузишь? А, понял, извините. Так, забираю награду. Так, пока с заданием стопы. Сейчас мы еще со складом разберемся. Так, здесь в наличии у меня ничего нету. Нету. Это что у нас? Подожди, так. Так, 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 так. Аптечки вот еще продать. Бинты продать. Комплект бинтов продать. Это что у нас? Комплект шин продать. Эту большую продать. Эту продать. Эту можем продать? Тоже продадим. Так, это все останется. Ладненько, сейчас я буду еще порядочек наводить. Так, у нас по заданиям, значит, получается, есть у нас еще на гору. Так, отдать одну подходящую винтовку Мосина. Так, понятно. Винтовка Мосина, понятно. Флешка, понятно. Тут еще ничего не понятно. Так. А, тут выполнено. Оружейное масло. Так, 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 все ясно. Здесь у нас фармацевтическая компания. Ясно. То есть на гору у нас пока ничего нету. Значит, это видео мы заканчиваем. С горой. Так, здесь у нас достижение какое-то. Отлично. Так, это видео мы заканчиваем. Без записи я уже найду порядок на складе. Что-то по мелочам-то разберусь. И хочу немножко понять вот такую суть. А суть, она суть где? Вот, 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 это не то. Вот, навыки. В следующем видео я хочу, может, попробовать разобраться, как вот это видео, ой, тьфу, как эти навыки улучшить, потому что я так понимаю, силы конечности, да, у меня вот первого уровня. Есть схема повышения. Это надо метать. Метание и движение с весом повышает уровень навыка. То есть, если я буду больше бегать с грузом и метать, то тогда у меня будет конечность сильнее. Меньше травмироваться будет. Дальше. Пищевой метаболизм. Вот у меня тоже первого уровня. И получается, тут сегодня прочитать, восстановление уровня обезвоживания энергии с помощью еды увеличивает уровень навыка. Навык, то есть надо бегать, жрать, пить. И тогда этот навык тоже поднимется. Что он даст? Наверное, минус обезвоживания, минус восстановление, улучшение восстановление обезвоживания, потребление энергии, восстановление энергии, все это и тому подобное. Дальше. Есть у нас физическое сопротивление. Подробности навыка. Это усиливает физическое сопротивление, увеличивает сопротивление дебафа. Ага. Длительность дебафа, активация дебафа. Так, чтобы его прокачать, нам нужно при получении урона увеличить... при получении урона увеличится уровень навыка. То есть мне нужно, грубо говоря, получать урон. И тогда у меня будет подниматься этот уровень, и персонаж будет сильнее. Так, атлетизм. Максимальная выносливость, затраты выносливости, восстановление выносливости. Бег и прыжки повышают уровень навыка. Вот, и хочу в следующем видео подумать вот по поводу этого всей прокачки, чтобы прокачать персонаж, а не ползать, как раки и тюлени. Так, ну на данный момент я заканчиваю. Вам всем спасибо. Лайки, комментарии и обязательно подписочки. Всем пока.